Император, смотрите, кого мы поймали. Император, посмотрите, посмотрите. Император, это Райнер Люд, самый могущественный маг Роланда. И его подружка. Я ему не подружка. Шпионы Роланда. Да мы просто шли мимо. И случайно пришли во дворец императора Гастарка. Именно. Ненавижу шпионов. Что скажешь, Мира? Я тоже император. Да он же шикарный мужчина. Райнер, я так и знала, что ты извращенец. Связать их. Мой император, теперь я уверен, что войну Роланду нужно объявить немедленно. Я не стал бы торопиться, мой император. А я не стал бы слушать такого хитроумного типа. Излишняя подозрительность надежнее слепого доверия. Твоя подозрительность больше смахивает на паранойю. Любовь станет паранойей, когда ты стоишь у него за спиной. Хватит! Суи, выйди вон! Ты наказан! Лир, попридержи язык. Бедный братик, пойду, пожалею его. Мира, мы самый умный и самый верный слуга. Похвала от вас, высшая награда, мой император. Но в этот раз Лир прав, мы объявляем войну Роланду. Вы же ненавидите войны, император. Ну кому нужна война? Никому, конечно. Когда я объединю все королевства под властью Гастарка, воин не станет. Люди будут жить в мире и процветании. Лир, созывай войска. Мы выступаем через неделю. Есть, сэр! Съешьте лучше пирожное, ваше императорское величество. Ну, Мира, мы победим. А это правда, император, что меч Гловель делает вас неуязвимым? Да... Этот меч огромной силы, и управлять им может только представители императорской семьи Гастарка. Так что смотри мне. Ешьте, ешьте. Мои повара для вас ничего не пожалели. Ни соуса, ни крема, ни яда. За что я так верил тебе? Эй, ты, развяжи нас! Шион послал вас очень кстати. Кто-то же должен тащить в Роланд этот меч. Никто нас не посылал. Говорят же тебе, мы просто проходили мимо. Император, мы узнали, что Мира брат разведчик из Роланда. Император! О, братик будет очень зол. Братик? Позаботимся об императоре и в погоню! Рифал, великий государь, последний всегастарский царь, хотел на веки превозмочь на вещу над миром ночь. Сиял, как солнце, щит ночи, ломались черные мечи. Новый меч меж черных скал, разящий молнии сверкал. И царь сумел развеять ночь, развеять, но не превозмочь. И закатилась навсегда за край небес его звезда. Он совсем меня не понимает. Можно я пойду спать? Нет, Шон приказал тебе работать. Бедняжечка Райнер. И хоть бы раз сказал, что любит меня. Так нет же, краснеет, бледнеет, убегает на войну. Что угодно, только не признание. Ужас! Вот возьму и уйду к другому. Верное решение, так выпьем же за это. Компай! Приемная короля Шона? Позвать короля? А его нет на месте. Перезвоните позже. Кто звонил? Клаус Клом. Сообщает, что скоро вернется в Роланд. Что я вам говорила? Возвращается. И кому он сообщает об этом? Шиону, а не мне. А кто ему Шион? Ну, я его король. Король-извращенец. У тебя все извращенцы. Именно, так выпьем же за это. Три девицы под окном. А ну-ка, марш спать. Шон, я не спал уже 4 дня. Нет, Райнер, ты не девица, так что работай. Я ненавижу тебя, Шон. Я знаю, Райнер.
Ты опять все испортил. Еще чуть-чуть, я бы им всем показал. Шон, я убью его когда-нибудь. Что произошло? Я сражался на поединке с главнокомандующим вражеской армии и уже почти уложил его. Вы валялись на земле, и он пинал вас ногами. Это было частью плана. Я бы победил, но тут этот говорит таким противненьким голосом. По закону может побить любой зубок, садитесь лучше со мной. И что дальше? А дальше он убил того парня. И мы выиграли войну. Ты спас моего лучшего фельдмаршала мира, Клаус. А ты не хочешь поздороваться с принцессой Ноа? Я совсем забыл сказать ей, что возвращаюсь. Она меня убьет. Обязательно убьет. Так не заставляй себя ждать. Мирон, вас ненавидят решительно все. Мне дано понимать сердца, но не покорять их. Разрешите откланяться. Мирону принадлежит кольцо темного властелина. Отбери его, Шион. Тебе всюду мерещатся враги. Нет, наш главный враг – чудовище Райнер Люд. Убей его, пока он спит. Райнер мой лучший друг. У нас нет друзей, есть только мы. И мы объявили войну всему миру. Война ради будущего, Шон, ради Роланда. Райнер ненавидит любые войны, и он возненавидит нас. Нет, хватит, уходи, я не собираюсь его убивать. Что ты разорался? Все, я пошел спать. Мне просто нужен свет, больше света, мой друг. Убей! Заткнись! Ты вообще обо мне не думаешь? О твоем возвращении я узнаю от чужих людей! Шион нам не чужой! У тебя в голове один Шион! Если бы ты думал обо мне, мы бы уже давно назначили день свадьбы! Но Шион просил подождать, пока война не закончится! Может, тебе понравится, если я выйду замуж за Шиона? Вот возьму и уйду к нему! Так значит, тогда я тоже уйду! К Шиону, что ли? Дорогая леди, отчего вы плачете? Я плачу от того, кто очень несчастна. Мирон, вы ведь сопровождаете Клауса в военных походах? Да, приходится. Что вы о нем думаете? Какой он? Скажите мне. Хвастливый и глупый мальчишка. Да как вы смеете оскорблять Клауса? Он в тысячу, нет, в миллион раз лучше вас. Ну что за темперамент? Прелесть просто, что такое. Я надену вам красивое колечко, и вы станете тихой и послушной. Да, мой лорд. Вот волшебные кольца. Заставь остальных надеть их. По-моему, ты думаешь, а, блинчик, а? Неправда. Я думал, вот бы выпить сейчас стаканчик сока. Какой сок? Какие блинчики? Поклонитесь богу Данго, неверные. Райнер, хватит совращать девушек. Я никого не совращал. Райнер, не уходи! Любовь часто оборачивается печалью, но становится от этого еще прекрасней. Он даже не смотрит на меня. Вот, возьми волшебное кольцо. Надень его, и Райнер будет видеть только тебя одну. Нет, не буду. Так нечестно! Проклятие! Упрямая девчонка! Натуральный блондин, на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и... И ключи! Ну кого там еще принесло? Все, ничего не знаю, меня нет дома. Клаус, сам занимайся гостями. Где он? Кто? Мирон Фруаде, где? А зачем он вам? Я убью его! Заходите. Эй, я действительно убью его. Убивай. О, вижу, его любят везде. А мне его даже немножечко жаль. Не говори ерунды, он отравил императора Рефала. Мы будем мстить. Да-да, наш брат страшен в гневе. Не обязательно в гневе, братья просто страшны. Предлагаю тебе размяться перед боем. Я не прочь поразмяться. Хадима! А вот и Мирон. Все, если что, я не при делах, но счастливо.
Ты убил императора и думал, что кара не настигнет тебя? Я думал, у тебя хватит ума не тащиться в Роланд. А как же священная месть? Могла бы и подождать. Жалкий трус! Ты будешь сражаться или нет? Я принимаю твой вызов. Суи будет моим секундантом. Ку твоим. Оружие, магические кольца. Вообще-то оружие выбирает тот, кого вызывают. То есть я. Это никого не интересует. Да придет свет! Брат! Брат! Волшебства надежнее нет, чем хороший пистолет. Брат, я отомщу за тебя этим артефактом. Я призываю силу. Да будет тьма. Я весь такой непредсказуемый сегодня. Такой космический. Ненавижу тебя. Лучше переходи на мою сторону. Я скорее умру, чем предам императора. Как хочешь. А я всегда за тех, кто побеждает. Да ты самая умная в семье. Конечно, но мне жаль Суи. Он мой любимый брат. Я воскрешу твоих братьев. Они не покорились мне при жизни, так станут служить после смерти. Итак, приготовься лгать. Помогите, помогите! Они убили друг друга! Гастарцы в моем дворце? А не ты ли их убил? А не ты ли их впустил? Они сражались на дуэли из-за меня, извращенцы. Теперь я совсем, совсем одна. Дяденька король, а вы ведь не будете меня наказывать? О, бедное дитя. Позаботьтесь о девочке. Это дитя далеко пойдет. Но, прости меня. Конечно. Только надень вот это кольцо. Это подарок тебе от меня. Знак примирения. Я не могу принять его. Надень немедленно, я сказала. Ладно, ладно. Лаускло, ты знаешь, кто твой король? Да. Гастарк не сдается. Пора бы их уничтожить. Мы поставим их на колени или сожжем дотла. Нет-нет. Не так. Пока король здесь я, мы не утопим мир в крови. С каждым днем ты слабеешь. И совсем скоро я поглощу тебя полностью. Я не позволю тебе. Здесь мой народ, мои друзья. Что? Убить чудовище. Мой лучший друг желает мне смерти. Райнер, этот Шон не настоящий. Умри, монстр. Райнер, что смешного? Люди не убивают людей, это делают чудовища. И я тоже чудовище. Ничего не даю, никого не благословляю, никого не спасаю, только стираю полностью в пыль. Райнер, не надо, я помогу тебе. Стереть. Он потерял контроль над собой. Райнер, очнись! Так, подержи-ка девчонку. Оступите пока. Господину нужен настоящий Шион. Как мы определим настоящего? Он выживет. Тебе меня не победить. Я — это ты. Я предвижу все, что ты захочешь сделать. Даже это ты должен был. Король может быть только один. И это я поглощаю тебя. Его нужно убить. Всегда мечтала об этом. Клаус, ты нападешь на безоружного? Те, кто не обзавелся своими мечами, падут под натиском чужих. Я не могу до него дотронуться. Так создадим тень. Райнер. Мы знакомы? Наш. Мой народ. Драгоценный враг. Что ты сделал с моими друзьями, Мир? Волшебные кольца пожирают душ людей. Ты единственный, кто стоял. Зачем тебе это надо? Чудовище Роланда и будущее для Риза Роздаст. Починят мне все земли континента. А ты сможешь противостоять мне. Ты забрал у меня страну, корону, друзей, отнял все, чтобы я убил тебя? Когда-нибудь? Ведь вечность — это очень, очень долго. Ты же сражался за свет мира. Ты победил темного властелина.
разумом. Когда я заключу темного властелина, от моего сердца ничего не осталось. Теперь темнее черного моя тьма. Мне дать мне шанс. На каком? Убивший дракона, сам станет драконом. А живи с ними придется, а дальше сердце без остатка. Чтобы убить тебя, я никогда не стану таким, как ты. Я обрету силу и вернусь за моими друзьями. И я вам станет, чтобы победить вас. Он станет одиноким героем. И это будет еще один великолепный миф. Но одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет, еще одно цепь скует их. В стране по имени Роланд, где распростерся мрак, да будет тьма. Да, чувак.